Welcome на наш стрим. Здорово всем. Привет-привет, мастера Хона. Привет все профессионалы 2К и профессионалы 1500 ММР. Ну и так далее, так далее, чтобы вам всем не было обидно. Я вас всех приветствую. С вами сегодня Гришаня Лак и Ultimate Fast Cup номер 13. Посмотрим, что у нас сегодня будет на данном Ultimate Fast Cup и вообще, что у нас разыгрывается. Потому что я пока вообще не в курсе, Аватар, Рифт Шардс, Гладиатор и Серебришка. В общем, вот за такие пирожки сегодня команда и будет сражаться. А это 1.32, где у нас играют команда Алу и Ашоу. Вот, в принципе, я думаю, то, что мы посмотрим интересную игру, и ребята покажут нам огромный профессионализм. Ко мне присоединяется бравый боец Никита Импас. Привет, Никитос. Не хочешь со мной здороваться? Ну и не здоровайся. Привет, привет. А, вот он ты где. Ну что, рассказывай, как дела? Нормально. Как праздники новогодние? Жив, да. Цел, орел? Все отлично, да. Ну и хорошо. Ну, в общем, посмотрим теперь по пикам, что у нас происходит. Начали пикать ребята и забрали Эмпас и Гласиуса. Скажи мне, на хайк рейтах также до сих пор пикают слона или уже его позабывают? Ну, насчет Гарена я не знаю, но на инсцене на слона теперь не обращают внимания вообще. То есть, когда что его касается понерфили. Банов, что касается пиков, его никуда не относят. Понятно, значит, понерфили слоника, теперь он УГ. Ну да. Ладно, посмотрим. Мне кажется, у нас все равно должны будут пикать слона. Когда-то он был имбой. А так вижу по пик фазе Гласиус, Флакс, Инженер, там Пеплс, Мастер Фарм. В принципе, все остается на своих местах. Ничего никуда не уходит. Ну, все пикают все стандартно, не хотят ничего пробовать новенькое. А что тут вообще, по сути дела, можно пробовать новое? Героев не знаю, но всяких монархов попробовать. Можно их куда-то там. А монарх разве открыт, как герой и турнирный? Да, должен быть. Вот монарх. Нет, открыт. Открыт? Блин, да, монарх. Вчера вот только на Инте скрим был, и там тоже монарх был. Монарх-то вообще, по сути дела, ОП. Ну, со своим бегающим этим товарищем Вардом. Ну, не столь сильно он. Ну, фактически как был, так и остался просто. Как-то использовать его можно, найти применение. Как и каждого героя, впрочем. Да, у нас прошли сразу баннинг фазы. Dark Lady, Solitis, Dampir, Puppet Master, Kraken и Magmus были забанены. Вот. Что у нас еще такого интересненького можно поведать? Там, допустим, играют через цыганочку, что-нибудь такое новенькое придумывают. Я просто в ДММ давно не катал, не знаю, что сейчас. Я не знаю, как интересно. Сейчас... Тарот вообще в турнирном открыт? Тарот, по-моему, в турнирах должен быть открыт. Или нет? Ну, насчет этого я не знаю, поэтому сказать ничего про турнирную сцену не могу. Не видел ее еще вроде. По-моему, Кейн должен быть закрыт, а Тарот должны открыть. По идее. Ну, так в основном, что Кланг, Силуэт, Трэмбл. Такие, что берут на керри. Трэмбла все-таки начали брать на керри, да? Ну, на инсцене вот это точно, да. У нас, я опять же скажу, не знаю. Тут редко бываю. А Shadowblade? Shadowblade тоже редко вижу. Ну, герой сильный сам по себе. Но ему опять же нужны итемы. Ну да, ну в принципе на керри его тоже можно как бы ставить. Да. Я видел, ребята из Willow Keeper ставили его как-то раз на керри там. Пацана просто не могли пробить пятером. Да. Он просто сидит, парень, и говорит, бейте меня, бейте. Появляется силуэт у Легиона. Ой, привычные пики. Я думал, может, что-то за праздники поменялось, кто-то что-то придумает новенькое. Не. Доктор Репульсор для команды Хеллборна. В принципе, достойный пик, что у одной, что у другой команды. Ну да. Команда Хеллборна как-то посильнее будет в тимфайтах, я думаю. Хотя ну, и флаг с инженером нельзя забывать. В тимфайтах, да, на ранней фазе они будут намного сильнее, потому что для силуэтки, не забываем, надо хороший фарм. По
ДК, он не нафармит свою линку, будет бегать, бомжевать. Ну и в принципе тоже зависит все от вражеского керри, как он будет себя позиционировать. Если доктор Репульсор, апнувши, то есть там 7-й левел, не пойдет гангать ту же самую силуэтку, это просто забей. Но не забудем, не будем точнее забывать про того же самого Гласиуса, который может спокойно в колбу эту летающую мерзость запихнуть. Ну да. На пару секундочку тоже отлучусь. Давай. Так, ну что, здесь в принципе все читаемо. Дабл мид через флакс инженер, дальше Пеблс с мастер фармс и доктор Репульсор с эмпасочкой пойдет наверх фармить, и Силка с Гласиусом пойдет на нижний лайн, на изи тоже фармить, в принципе, здесь. Даже не надо что-то угадывать, потому что все по сути дела просто. Если, конечно, команды не решат что-нибудь изобрести, типа велосипеда, поставить триплу через Пеблса. Вот, кстати, было бы довольно-то неплохо силуэтку подловить или Гласиуса прямо здесь, на нижней лайне. Ну, посмотрим, как себя поведут капитаны команд. То есть, кто здесь чуть-чуть поумнее будет, тот и сделает ФБ раньше. Также можно триплу поставить через флакса. Флакс два саппорта. И погнали убивать того же, ту же импаску, того же ДРа. Ну и можно пыбался на изилайн, я скажу, холборну поставить фарм. Да вообще можно, в принципе, тут многое изобретать. Кстати, расскажи мне, как там поживает команда КАМ? А, все потихоньку, все так же. Какие-нибудь изменения прям такие веселые есть? Все те же остались? Состав, да. Так, давай посмотрим. Моржик, ты, Тенди, Казандар и Джукер. Да. Эх, звездная команда. Это еще увидим. Ну да. А почему вы не решили поиграть на этом хэскапе? Тренируетесь к грядущим играм? Я думаю. Или вообще не тренируетесь? Да нет, тренируемся иногда, как не лень. А так, типа, фасткапчик. Видимо, никто не хочет играть. Приза нет. Как бы серебришка уже с альтаватарами неинтересно, по-моему, всем. Все, мы не будем потеть из-за этих альтаватаров. Мы их можем и Так. так купить. Да. Опять какие-то технические проблемы, что у одной, что у другой команды. Почему-то не можем мы начать вовремя. Это прямо проклятие какое-то. Не, вот в плане, когда Home Tour был, там с временем начала было всегда строго, поэтому все Ну начинали. да, штрафы-то были. Да, самые страшные штрафы лишали серебра. Серебра и все. Как бы, если там будет 3, то это же как бы сразу 1-0 через 10 минут, по-моему. Ну да. Не, вот в плане победы, да. БО3. Все, помню такую. По ходу дела, Лодстоун просто не заметил, что у нас есть вылетевший парень. Ладно, пока у нас здесь небольшая пауза, хоть зачитаем, кто у нас играет. За команду Легион это Ягами, Айсинокс, Ситх, Антишокру и Авада Кедавра. Команда Хеллборн это Констрикт, Иосень, Релакс, Арчер и Снокс. Два пацана из клана Рейс. Интересно, кто же это? Кто же скрывается под ними? Может, там есть сам Валентин? Я думаю, вряд ли. Валентин немножко подвязывает, я так понял, с пончиком. Решил уйти в реальную жизнь. Да. Мне кажется, просто никто не знает, чем занимается сейчас Валентин. Это да. Опа, я выиграл серебро. Все-таки бот куплен. Я так и Ха, знал. ха. Изи, 50 серебра. А, слишком легко. Мне бы такие деньги. Так там и Шэдди даже выиграл. Мистер Шэдди выиграл 50 серебра.
стану на время козытёмой. Ну, как в телеке. На Твиче, да. Ладно. Что у нас еще, по сути дела, происходит? Команда Изи. Нифига себе, Hero Select. Надо к ним было пойти. А ты, Никита, за кого играешь? Да, своя сборная, как и прошлый Ultimate Fast Cup. Понятно. Малоизвестные ребята. Спидман тут менторит за пацанами. Один на один. Что-то никто не хочет играть, по-моему. Ну, никому не нужен этот фасткап почти. О, Козытёма тоже здесь сидит. Вот шпион. С админовскими правами. Да. Что-то не пошло. Нет, что-то пошло не так. На следующем вещании в 1.16 я сделаю пару рекламок, что у нас вообще ожидает в будущем. Какой турнирчик пройдет, кто будет играть там. Сейчас могу сказать то, что если вы участвовали в играх Став против комьюнити, ссылочки на игры уже опубликованы на Ютубе, и также есть ВКонтакте, их рекламировали на канале Гарена, ВК Гарена. Вот там уже рекламировали ссылки. Не знаю, сколько там было игр, но, по-моему, их было больше 10 точно. Игр, наверное, 15-16. Так что вы можете посмотреть на себя. А общего счета с каким закончили, нет такого? Кто да выиграл? Я что-то не видел. На самом деле можно сейчас посмотреть. Это же все легко. Да. Ты играл вот этой новой героиней? Каламити. Каламити. На Инте, по-моему, разок сыграл, посмотрел. Ё-моё. Зашел на Хон Горе на Ру, у меня сразу Хон начал качаться. Во, есть итоги. Результат игр Гарена Став 7, комьюнити 8. Став проиграл. Ясно. А там все, смотрю, играли и Медварс, и Колдоварлис. Состав команды Офис. Гарена Став: Саша Стронг, Козытёма, Икс, Д, Сергей и Дрейк. Ничего себе! Дрейк камбэк. Инхон. Ого, да ладно. Не прошло и года, как мы начинаем. Наконец-то герои двигаются. Меня это уже радует. Что-то покупают даже. Герои начинают что-то покупать, это уже круто. Не будут ребята, я думаю, мудрить. Пойдет инженер с флаксом на мид просто. Угу. Также дабл изи и мэдман сетсвит. Ну и на топе. Боже, ну это ж слишком просто. Можно было бы что-нибудь придумать. Куда-то Пэблс на бот выдвигается или что? Да. Можно было Мадмена спокойно на мид поставить. Силку оставить, соло фармить. Ребят, ну как будто в 90-х живем. Ну и ладно. Опа. Я только что Мэдман как на беговой дорожке пробежался немножко. Клёвый альт-аватар Доктора Репульсера. Да, мне тоже нравится робот. Самый беспощадный альт-аватар это египетский. Когда он летает, он верещит. Крутится еще, по-моему. Да, и всех бесит. Как я думаю, ситуацию на топе на левеле 4 Мэдмана должны убивать? Ну, на 6 точно. По идее, да. Контрвард есть.
Даже если без контрварда потом даст и принесет там на второй минуте. Ну, вард пошел, лайнвард, то арун вижена у нас не будет у Хеллборна. Вот что он один поставил. На пол. Так подожди, а где еще один вард? Один сверху лайнвард, а один на пуле Лотсон поставил. Тьфу ты. Не, но если будет контролить мастер фармс руну, допустим, на топе, то в принципе можно забить. Лесников у нас нету. Ну, там... Ну ладно. Да начнется битва. Первый крип забрал Пеблс. Так, что там у нас? Бедная импасочка. Импаска в страхе построила контрвард. Ну, это, конечно, было зря против Мэнмана. Слишком рано ставить этот контрвард. Не, еще один есть, если хотя, что. Хотя, смотри, он спокойно линк мог был. Ну, делал бы линк. Я не мог понять, почему он не ставил его, но ладно. Видел, что Мэдмен первый скилл, естественно, качает. А пока Барри тролла не было, можно спокойно было издеваться. Так, тут у нас Гласиус прижал Лотстоуна. Лотстоун быстро освободился. Прокрыз деревья. Можно было, конечно, за Лотстоуна в наглую там второй взять и хоть с Мэшем просто Гласиуса издеваться. Вряд ли бы силуэт с Гласиусом смогли убить его сразу. Эх, доктор Репульсор. Если бы ДР прокачал сейчас второй скилл, могли бы... В принципе, Мэдмана попробуйте забрать через линк, через притяжку и бомбу. Да. Немножко непродуманно ребята играют. Ну, по крайней мере, видно то, что немножко неопытно. А в плане вардов, в принципе, неплохо. Ребята хорошо позиционируют себя. Только вот небольшие моменты. Лотстоун контролит руну. Почему-то... Мастер Фармс туда не выдвигается. Дабл дэмэдж. Сейчас может быть First Blood. Даже. Тут турелька, конечно, нелепая. Флаг слишком много жизни потерял от крипов. Сейчас можно, конечно, с этим ДД. И с дрелем. Ну тут, да, действительно. Так, Лотстоун. Мо должен со стану начать или Пэблс. Так, Лотстоун начинает. Инженер. И это будет First Blood. Поздравляем, Пеблса. Да, о, еще Пеблс. И Флакса. Флакса-то убивайте. Зря Лотстоун развернулся, мог эту тычку дать. Да. С ДД как раз бы хватило. Да вообще спокойно хватило. Что-то там немножко поднатупили. Надо было спокойно разворачиваться, там кулаками забивать этого Флакса. По-любому еще пару тычек пережил бы. Пеблс там от Тавара. Мастер фарм будет заагрил, если бы заагрил. Ладно, ребята ФБ сделали. Да, миссия. И на этом неплохо. Миссия выполнена. Хватит. Так, по крип-контролю, что у нас? 17-12 силуэтка и 19-10 доктор Репульсор. Запи Кэрри хорошо фармят. Можно поздравить команды с успешными фармилами. Ну и на мидлайне вижу, тоже мало крипов пропускают. Ну правда, по суицидерам, если посмотреть, то Мэдман немножко в плюсе. 6 крипов. Третий левел. Так, мастер фармс. Очередная смерть мастера. Ой, точнее нет, какая очередная. Мастера Пеблса приговорили, сейчас еще и Пеблса убьют. Ой-ой-ой. Сейчас же притянет. Ах. Красавчики. Все отлично сделали. Я просто... переключился на суисайдеров, и там, я думаю, была отличная кега, также турелька поставлена, что там Моа не ушел. Ну и сейчас команда Легиона уже в плюсе. Такие повороты я люблю. Мэдман себя хорошо, в принципе, чувствует, у него 4-й левел. Ой, как же больно антишоку. Кстати, доктор Репульсор у нас, я так понял... Эх, стенка. Я так понял то, что доктор Репульсор собирается через икону. Так, тут у нас въезд во Флакс. Очень хорошая кега от инженера. Сейчас Флакс выпьет баночку и будет счастлив. Так-то неплохо по фарму у Флакса. Уже баночка, ботинок, все хорошо.
Еще и добивает крипов у Пеблоса. Эх, Гласиус. Какой умничка. Трипл стак уже есть. Дабл стак. Да, это Чалис, конечно, напыбался, меня немножко смущает. Думаешь, но... он был не нужен? А где, сложно банка? Сказать. А где банка? Это замена банки, как бы. Он не будет ее покупать. Ну, это замена банки делает Пеблсу больно. Так, что-то слишком откровенно Флакс побежал сейчас на Мастер Фармса, получил стан. А почему Пеблс у нас... Да. Можно было спокойно дать стан и чакнуть... Под тавер можно да, было, под на мула. Так, тут задайвили на Лодстоуна, и силуэтка убивает его. Да, по тавер можно было спокойно чакнуть, и там Моа стан бы прописал. Изи килл. Эмпасочка за руной. ТП на мид от Лодстоуна. А, тут у нас драка между инженером. Так, Мэдман. Прибегает еще Мэдман. Ну, тут можно хорошо подраться, надо ловить эмпаску. Флакс. Убивайте их, я не понимаю, что Мэдмен стоит, ждет. Очень тяжелая ситуация, я хочу сказать, заметить. Да, и не умирать, ай, не достает вторым скиллом Мастер Фарм. И сейчас Флакс. Ой, лол, Мэдмен-то бежит. Хорошо прижимает импаску турелькой. Инженер тут явно на скилле играет. Что-то немножко затупил Мэдмен. Да, Пэбл сучалис тоже не очень помогает. Ну, короче, странная немножко игра, хочу сказать. Главное, что ребята стараются. Да, самое главное, стараются. Но уже 2000 преимущества есть по XP и по голде за командой Легиона. Это команда Ашоу. И у них пока есть задатки на победу. Так, силка. Так, добивай, добивай, Тавр. Бежит, бежит Лодстоун без сапога за силкой. Забавно, конечно, это все выглядит. Инженер у нас не имеет маны, поэтому он пока не помощник Флаксу. Взял ботл, пошел на базу. Наверное, нет. Что я недавно говорил? Если у нас пассивный доктор и пульсер, здесь каши не сваришь. Силка его просто перефармит. Я надеюсь, что репульсор сейчас купит себе ботинок полноценный. Попытается ее убить до рынки. По ГПМ 400 есть у силки, 300 у доктора репульсора. Неужели так сильно мешался Мэдман? Это за счет Таора и за счет фрага. Скорее всего. Ну да, вероятно. По крипам 52, 45, 7 крипов, не такая же большая разница. Ну так-то да. А так подобитых своих крипов вообще ровненько. Так, Флакс ультует. Мэдман, контрвъезд. И сейчас надо пытаться убить кого-нибудь. Хороший прокаст Пеблса. Отличная кега, турелечка. И надо еще убивать импаску. Дайви, Мэдман, дайви. Получи. Ах. Вот поэтому я сейчас и не играю в турнирах. Я бы тоже так задайвил. Ты, доктор Репульсор у нас чуть не сдох от вышки. Ну и вот почти к 400 приблизился, 360 уже. Да-да-да. А вот если бы пришел сейчас на мидлайн, непрохорашенный, убил бы двоих точно. Я думаю, он сейчас на мид направляется как раз. Будут пытаться делать кашу. Въезжайте во Флакса, ну ё-моё, ну. ТП увидели, Лостон ТП какой-то сделал, очевидно. Так нет, просто Мастер Фармс вышел на уровень стана во Флакса, там прокаста Пеблса и Лодстоуна вполне бы хватило, чтобы убивать. Сейчас Мэдман получает хороший фармец. Будет себя нормально чувствовать. Так, врыв по Флакса. А, отлично, ну и все, Доктор Репульсор минус делает. Так, вчетвером. Ой-ой-ой, Лодстоун. Кстати, тем временем Лодстоун у нас каким-то чудесным образом набомжевал 6-й левел. И 1000 голды сократили преимущество сейчас ребята из команды Алу. Ну, если сейчас также не дадут силуэтки, там, блин, куда фармить, то все будет нормально. Ее где-то приищут. Ну,
Вот если бы они ее нашли, они устраивали здесь мидварс. Давай с пятером на миду, надо пушить, значит. Нет, мы возьмем, мы разойдемся. Ой. По ходу дела сейчас будут все наезжать на Мэдмен. Так, Мэдмен. Должен умирать Мэдмен. Чак. Отлично. Все сделали ребята, отлично. Макс продолжает наступление. Нет, его отогнали камнями. Типа было, пшел отсюда. Не подходи. Тем временем силка-то у нас постепенно подходит к своей линке. Остается там всего ничего. Сколько там? 500-600 монет. Да. Ну здесь, по крайней мере, на данный момент у нас ребята, что с одной, что с другой команды устраивают мидварс. Доктор Репульсор пошел восстанавливать все ману. Ну пока к 400 ГПМ он не приблизился, сделав 2 ассиста. Сделал бы 2 килла, было бы. Как-то после последней карты предозавры энши стоят. Ой-ой-ой. Маленький вперед. Пеблс-то умирает. Пеблс-то огрызнулся вообще замечательно. Там силка чуть не уехала. Вот такие вот вылазки. Ну это очень, конечно, круто. Так, доктор Репульсор есть. О, кстати, Дейра надо ловить. А, через сейчас инженера. Ой, инженер. А че инженер-то забежал? Ставь ульту. Деф ульту надо было ставить. Лол, друг, деф ульта. Так, отлично. Че умрет? Да. Деф ульта есть, и Дейра надо убивать. Дейра должен флакс убивать. Да, минус Дейр. Как же просто отдают своего кэрри ребята из команды Хеллборна. Доктор Локстоун. Приходит силуэт. Убил тут Стоуна. Дум. Ну, мидварсы тем и кончается, что очень легко забайтили на инженера. Наверное, инженер не ожидал, что такой байт именно у него выйдет. Так, силуэтка. Ай-яй-яй, не попадает станом. Чак. Силка. Силка умрет. Ну, что это было? Ну, по крайней мере, нам весело. И ребятам тоже. Да, неплохо. Что-то происходит постоянно, все на мид-лайне ошиваются. Дейр уже заработал 1 килл, 1 смерть. Силка вообще сейчас помирала. Наверное, тупо из-за того, что ей никто не решился помочь. Флакс. Флакса 5-1-3. Что может быть лучше для мидера? Я думаю, он сейчас на ПК сразу накопит. Уже. Мэдмен. А, он даже так, он продал. Перчаточку носил. Мэдмен что-то на мидлайне тоже тут позабыл. Походу дела запушить хочет. Но у Мэдмена не все так плохо. В принципе. Хотя по ГПМ они с Локстоуном. Далеко не самые лучшие. Но почему бы вот этот тавер не отдать, а не пойти пофармить на другие лайны? Силка уже с линкой. Уже не такой простой. Я думаю, все же они будут драться за этот тавер. Если драться за этот тавер, не надо было давать нанести катапульте пару плюх. Вон силуэтка сейчас поднимет руну. Это освежение. Также команда Легиона подбирает у нас Люзи. Ну и сейчас можно спокойно выигрывать драку за этот тавр. Напомню, 3000 преимущества за командой Легиона. По ГПМу мы увидим. Так, Мэдмен. Мэдмен сейчас прочекал то, что есть вардецкий, который его палит. Силка. Отлично! Ой-ой-ой, как же хорошо все сделали сейчас ребята из команды Легиона. Флакс должен умирать. Доктор Репульсор опять влетел в ульту. Ну что ж ты делаешь? Во-первых, у него пол хп было, да. Он влетел с леса на фулл мана еще под ульту инженера. Ой-ой-ой, Мэдмен. Мэдмен еле выживает. Силка. Эх,
сюрикенами промахнулся. Мэдмен должен умирать. Ну, и за это умрет импаска. И в итоге Annihilation для силуэтки. Я думал, там силка-то помрет. Особо не понял, что произошло, но Annihilation красивый, да. Я на самом деле не заметил, как именно он всех вырезал. Да, я это тоже вообще не видел. Все били друг друга, убивали, но неплохо. Ну так-то, все было очень грамотно сделано. Флакс притягивает, граплу делает силуэтка, всех станет, и можно разбивать лица. Но там инженер немножко не успел поставить свою ульту. Если бы ульту пораньше поставил, там вообще был... Ну да, четвертый. Полнейший минус, да. Лодстоун успел раскатать ульту, там еще что-то успели сделать. Гласиус, я видел, как просто от Тавара помер. Я не заметил, у Лодстона Чарлис появился до ботинка или после? После. Очень популярный там, я смотрю, команды Хеллборна. Гласиус не жалеет ульту, фармит. Все забирают трипл стак. Приходит безжалостная силка и сюрикенами всех добивает. И 550... Ну, 5 хотел сказать, но не получилось. Все очень плохо сейчас у доктора Пульсера. У него... Ему чуть-чуть не хватает до заветного лайт-бренда. Непонятная, конечно, сборка. То ли ты идешь на... таблетку, то ли ты не идешь на таблетку. Силка. У силки есть ПК. И сейчас будет убивать Лосту. Ой, лол. Три пульсера. Это было настолько быстро. Флакс даже ульту зачем-то ее знал. Ну ладно. Ну, может быть, здесь какой-нибудь саппорт стоял. Можно еще было саппорта. Ой, промахивается. Раскатывает ульту Лодстоун. Надо бежать отсюда. Надо убивать. Все правильно. Не, надо бежать было кому-нибудь из них. А, ну да. Вся команда Легиона ошивается, они просто... Всем забыли то, что здесь вражеская команда может быть... Ой, здесь еще вардецкий есть. Силка опять промахивается. Чем же ее убивать? Ну... Один мастер зашел слева на всех. Да. Еще и по борду так стоял вард. Там Пэблс еще же был. Да, Пэблс нет, чтобы пошел в лесу, чтобы ляденько МПК нафармил. Да зачем? Что-то 300 монет не хватает. Я тебя умоляю. Какой слабак играет через ПК. Надо как в доте. Собрал инвиз. Огоним и пошел. С деревьями. Да. Тут-то не возьмешь такое полено. Да, здесь немножко все по-другому. Но тем временем Пэблс пытается отжать фарм доктора Пульсера. Что у него хорошо получается. Опа, иллюзия силки. Почему сделали сейчас ребята не как обычно? Не накинулись все на иллюзию? Это странно, конечно. О, отличный дабл стан. Но Лодстоун-то должен отсюда не уходить. Мэдман. Ой-ой-ой-ой, отлично. Так, ну что, тут хороший дабл стан был от Пэблса, но доктор Репульсор опять у нас влетает в ульту. Не знаю, вот этого парня вообще не смущает то, что он влетает просто в прямой сайленс. У них, мне кажется, свои мысли, потому что я до сих пор не понимаю всего, что происходит. Кстати, у силки уже шилдбрейкер есть. Отдали только Флакса. Не, ну забавно. Очень забавно. Давно таких игр не видел. Я бы задумался, на самом деле. Интересно. Очень интересно. Другому не скажешь. Ну, пока появилась на Пэблсе. Он сейчас перевернет, я думаю, всю игру. Каким образом? Главное верить. Ну, Лодстоун в себя не верил. Не дал дрель. А вот Дэр прилетел. Силка прилетела. Сейчас будет Дэра, что ли, в соло убивать? Не, ну это... Ну, свап будет. Нет. Авада Кедавра переоценил свои возможности. Просто не успел выйти из стана. Там... Теперь это чувство, когда тебе не дали иммортал. Ты сбил его. Мне кажется, надо теперь просто
убивать за это. Что-то непонятное, конечно, происходит, но команда Легиона более-менее логичные мувы производят. То есть они там что-то подфармливают, ну, пушат товара. Команда Хеллборна пока что этим не может похвастаться. На второй раз Анчей уже, по-моему, забирают 3 экстрак. Да, здесь Мэдман вообще себя хорошо чувствует, фармит свой башер. Наверное, антишок командует, что надо отдавать ему. Все, башер есть. Это еще более приближает просто команду Легиона к победе. Вообще незаконно Пеблс будет въезжать в Мэдмана. Я тебя умоляю. Там, когда понерфили Пеблса, он с прокаста, конечно, не очень любит забирать противников. Он получил 600 монет за силуэтку, я думаю, ему этого радость. Это понятное дело, что это очень круто, что ты убиваешь чувака с Annihilation и Bloodbuff'ом. Но тут Силка вот в прошлый раз, когда она прыгала на кого-то, она потеряла свою граплу во время прыжка. Так, Пеблс. Ну а тут в кого въезжать? Ты едешь товарища Флакса, он тебе еще по щам надает там. Такая жирнющая скотина. Флакс стягивает. Отлично. ДР просто ливает с этого тимфайта. Силка нарезает. Так, убивает одного. Инженер. Ну его нафиг, типа. Ой-ой-ой, доктор Репульса пролетел почти на фул ману. Ну, надо валить отсюда. Ну тут СПК, друг. СПК. Даже не смотрю, что там Силка делает. Она за 3 удара убила мастера фармса. Ну, за 2 импаску и за 2 пеблса также. Круто. В общем, была неплохая 22-минутная игра. Это точно. Но, кстати, инженер первый раз пролетел мимо ульты, проигнорировав ее. Ну, хоть в чем-то можно порадоваться за парня, играющего на Дейре. Обычно он просто суицидился. Так. Вот Стоун, ни в кого. Получает колбу, ДР. ДР влетает, пытается разбивать лица саппортом. Саппортует. Опять он без маны. Налетался. Да. Мэдман просто догорает на зеленке, Силка. Еще удар. Еще удар. Ну, по-моему, здесь можно предлагать сдаться, да. Так, Никита, у тебя как команда называется? TLG. TLG. Окей. Если у нас все будет хорошо, мы к тебе взлетим. А может и к Спидману? Ну да, смотри там. Да, так что посмотрим. Ну что, ребята молодцы, поздравляем команду Ашоу с победой. Ребята хорошо отыграли, Силка вообще там до безумия классно себя проявляла, сделав Annihilation. Никита, спасибо огромное. Да, спасибо тоже. Я тебя вырубаю. Так, ну что, ребят, мы продолжаем наш стримецкий. Буквально через несколько минут мы продолжим, а сейчас слушаем веселую и забавную музычку.